культуры и отдыха каждый летний сезон открывает настоящим праздником. Однако в этом году из-за не по летнему прохладной погоды его пришлось перенести. Дату передвинули на 7 июня. В этот день при любой погоде праздник состоится. Нельзя же откладывать лето в совсем уж долгий ящик. Так что в субботу в главном железногорском месте отдыха стартует масштабный праздник «Твое лето в парке». Организаторы праздника впервые представят широкий спектр интерактивных площадок и малых форм аттракционов. Начнется праздник в 10 утра. Спортивные и танцевальные мероприятия будут сменяться концертными номерами и программой с участием танцевальных, вокальных и спортивных коллективов города и края. Также в этот день желающие смогут поучиться отстукивать жаркий ритм на мастер-классах игры на африканских и американских барабанах. Будут действовать релакс-зона и чайная поляна и много всего интересного. А вечером в 19:00 финиширует праздник под музыку красноярской кавер-группы «Джекпот». Сразу после короткой рекламы программу продолжит очередной выпуск проекта «Откровенно говоря, гость студии».